Добрый день, друзья, гости, подписчики канала, канал Агроземледелия. С вами, друзья, провели нам три фазы, значит, подсоединили, подключили, вот, вернее, сделали. Значит, сегодня наша задача подцепить щит управления. Будем мы, уберем баллон, сюда цеплять. Станочек отодвинем, от это все поубираем, потому что уже ближется дело к подключению. Для этого сегодня холодно довольно-таки. Будем работать чисто в мастерской. Сделаем. Планирую на доски поставить сюда. Но это... В дальнейшем сейчас будем цеплять шкаф управления. В общем, как это все будет выглядеть, вам будем показывать. Так, по уровню разметили. Вот это здесь ящик будет, вот такой ящик. Значит, все по уровню. Сейчас будем сверлить. Покуда я буду готовить костыли, арматуру, Дима будет сверлить. Ого, станок тяжелый, еле отодвинули. Сейчас будем засверливаться. Идет? Идет, идет, идет. Все. И тот теперь. Все. Все, давай сейчас шкаф цепляем. Так, сейчас будем эти доски разбирать. И делать ложе для станка, коробки, чтобы установить вот эти тумбы. Решили на доски их установить. Размеры взяли. Что надо? Монтировку? Так, 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 так. Монтировка. А где она? Вот она. Монтировочка. Так. Ну все, ребята, занимаемся, потом покажем. Так, ну вот, наводим мы марафет. Такие короба поделали. Значит, станочек жестко стоит, нормально. И в то же время он на доске будет играть. Ящик подцепили. Осталось только подсоединить. Сейчас это мы после обеда займемся, будем подсоединять. Созвонился со старым хозяином станка. Спасибо ему огромное. Артем, тебе еще раз благодарствую и за станочек, и за то, что помогаешь. Ну, в общем, как-то так, друзья. Будем еще подсоединять. Так, сейчас буду подсоединять кабель управления станка. Коричневый, черный, зеленый, синий. Вот они, концы. Будем постепенно. Потом нам надо соединить двигатель. Ой, ящик выглядит таким образом у нас. И потом, куда подсоединять. Вот. По клеммам.
Все, друзья, давайте. Сейчас буду скрывать вот эту крышечку. И будем подсоединять управление. Сейчас открутим. Так, ну со станочком разобрались. Осталось здесь пакет поставить. И вот сюда. А там на верхние клеммы три фазы. И ноль. Он дырка. След от ноля. В принципе, все это мы разобрались. Все сделали, все установили. Теперь мы будем ждать, когда нам заведут сюда три фазы. Все, друзья, всем на этом спасибо за внимание. Всем пока. Первый пуск станка. Я, естественно, вам все покажу.